Когда во вселенной царило утро, и боги из праха мир создавали, они разделили силу и мудрость, и людям не поровну их раздали. Досталось мужчинам грозная сила, железные мышцы, взгляд бесстрашный, чтоб тех, кто слабее его, защитил он, если придется, и в рукопашной. А мудрость по праву досталась женам, чтобы вручали предков заветы детям, в любви и ласке рожденным отблеск нетленно вечного света. С тех пор, если нужно, встает мужчина, свой дом защищая в железной схватке. Да коли ж мирно горит лучина, хозяйские у жены повадки. И если вдруг голос она повысит, отнюдь на нее воитель не ропщет, не для него превратности жизни. Битва страшна, но в битве проще.